Ну, наверное, современный мужчина или несовременный, наверное, это не столь важно для меня, например. Главное, чтобы мужчина был мужчиной, чтобы он умел отвечать за свои слова, вот, чтобы он совершал поступки, которые в глазах других людей делали бы его действительно мужчиной. Вот, наверное, мужчинам очень тяжело, и даже когда, вот, там, например, у меня дочь и сын, я понимаю, что в сына нужно вложить значительно больше, чем в дочь, потому что, ну, с девочки взятки гладкие, ну что, она, в принципе, ведомая, существо ведомое, а мужчина – это человек, который будет отвечать за свою семью, который будет кормить своих детей, который будет защищать там, и, так сказать, оберегать и поддерживать своих родственников, родителей престарелых. Вот для меня мужчина – это который вот как-то становится хозяином как бы и своей семьи, и хозяином того дела, которым он занимается, и хозяином тех людей близких, которые его окружают и которые от него зависят в силу того, что они уже пожилые, старенькие, как бы уже не могут за себя ответить. То есть он должен вот поступать как хороший, рачительный хозяин со всем, что его окружает.